просто вот помпезные, бомбические, самые крутые. Я такого от Диагостини не ожидал. Забегая вперед, вот это у вас получится. То есть у вас получится нижняя рама, пол, задний мост. И вы наконец-то прикрутите вот эти трубы, которые постоянно отлетают. Многим не радует, но он интересен тем, что вы появляете и вы начинаете собирать первой промежуточной части шасси. Вот эта металлическая часть, и она ставится у вас вот здесь, к той металлической части, которую вы уже собирали в предыдущих журналах. Далее. Ребята, у вас появляется вот эта вот пластиковая часть между второй и задней части металлической, да, то есть у вас получается вот эта пластик, вот это она прикручивается на огромное количество болтов, ну то есть она крепится очень хорошо и сдерживает их вместе. И плюс самое главное то, что вы получаете болты, чтобы в 23-м журнале случилось самое любимое мое, самое ненасытное, это вот это. Я прикрутил наконец-то эти трубы, которые постоянно у меня отпадали. Получилось вот так. Порадовал прикрученными трубами и началом сборки вот этого заднего моста. Задний мост просто получился прекрасный. Когда он встанет вместе с 24-м, он получается просто превосходный. Вот честно скажу. Как и говорил, 24-й журнал, апофеоз всего вот этого, это прикрученный задний мост. Получается вот так. Ребят, мы получаем вот такую вот полноценную сборку. Задняя часть с топливным баком, с выхлопными трубами, с задним мостом, редуктором, дифференциалом, извините, пожалуйста, ребят, и средней частью, то есть осталось немного. И обратите внимание, что уже в 24-м журнале мы с вами продолжим это собирать, и у нас с вами здесь будет уже рессоры начнутся. Ну, то есть будет, я так понимаю, рессоры будут крепиться вот куда-то, вот сюда. Смотрим, наблюдаем, интересуемся, ставим пальчики вверх. Спасибо большое, ребят, за внимание.